сюда. Я убираюсь тут в доме. Тут свинарник от нее, страсть могучая. А выгнать тоже не могу, мороз сильно передали. Вот. Потому что передали, и что там передали? До 17 метров, плюс ухудшение видимости, снегопад и мороз. Да. Это. Да я здесь сижу, короче, мелочи, собираю ей на корм. Я говорю, заодно сходишь тогда, это, воды наберешь и корм ликаешь. Она подходит такая, прям понюхала, такая, посмотрела. И что-то она на своем языке, она что-то прям там мне разговаривала. Это, так прям подошла, прям вот так вот прям. И что-то там вот так вот. Я говорю, да, тебе на корм сижу, отбираю. Она на своем языке там что-то разговаривает. Вот, терпи тебе, свинарник за тобой убирать бесконечно. Сейчас. Сейчас, мать. 65 рублей, короче. Так, 65. 70 рублей, короче. Одну морковку суп сварить, один лучок и корм. Вот. Все. А это на проезд, если что, на всякий случай. 20 рублей. Mm-hmm. А это тут дойти тогда. Mm-hmm. Одну морковку, лучок и корм. Mm-hmm. Потому что она избалованная скотина. Я ей дал колбасу, она играет на полу с ней. Да, погода. Погода сейчас. На 2 недели такую погоду передали, это вообще. Ну, пошла убираться. Так, ну что, на сколько хватило? 38 все вышло. На 20 рублей сухого корма и 18 вышло морковь и лук. Это у тебя еще сдача осталась? Да, я положил туда. Это экстремальная погодка. Я говорю, что помой, не выйду. Он говорит, сейчас я за водой пойду. Потом попозже выйду. Такая погода экстремальная, что аж это... На 5 минут выйти это... Я говорю, Захти, там нет? Он говорит, нет. Я говорю, а то хоть пусти тебя, покорми и погреться. Я все равно переживаю. Я выходила, даже босиком вышла, вот так вот. Позвала, но нет. Она, наверное, или где-то сидит, или это. Вчера-то она до ночи была дома. Ой. Я прям сюда насыплю тогда, что я вчера только. Я ей тут колбасу ложила, бутерочек, пирог, кусочек. Она есть не стала. Она такой не едет. Корм этот дешевый, да? Да. Почему? Не помню, сколько. Да. Ну и погодка. Такое окошко. Зимой таких окон. Ой. Ну все, пусть есть. Ну как яблочки? Вкусные. Ну, это же запас яблок еще. Ну так, кое-где с краешками обрезаю. Погода штормовая. Прям ветер страсть. Я суп варю обычный. А у меня 2 штучки таких этих было, как их бедрышки. Одну я оставила, одну варю. Казан отмыла. Посуду себе примыла, тут все убрала. Вот. Вышла сейчас, помою относить. Это, зову ее. Нету. Куда она делась? Я про Захчу. Это. Тут я сейчас притру капельку, иногда она. Следит, а так я чищу не регулярно. Я и тут все постоянно регулярно убираю. Плюс еще на коленях ползаю. С мокрой тряпочкой и счищаю шерсть, если какая где-то или что-то такое. Ползаю тут везде. И так притираю на коленях. Правда, иногда уже ноги начинают
А сейчас варю, короче, посуду перемыла. Одну сковороду замочила, правда, вчера этот геркулес варила, немножечко капельку пригорела. Капельку. Я переложила в кастрюльку. Эмма. Половину уже съели вчера. Геркулес на ночь варила. Ну ничего, нормальные яблоки, сочные. В общем, там сделала обжарку, морковку, лук. Варю супчик, макароны обычные. Короче, на яблоки подсели. Там еще много. Там еще целое. Ну, я одну еще съем и все. Почему одну? Ты сказал две чисти, а что это очистил? Я не говорил две чисти. Нет, ты сказал мне сказал вот лучше эту, и я сказал да. Я одну сказал чистить. Я одну только съем. Какую? Ну, выбирай тогда хоть побольше. Яблоки хорошие. Ну, харе уже, показывай, отсюда я пойду. Яблоки сочные, вкусные. По 30 рублей это вообще. А ты сними будешь? Объединение. По 30 рублей мне повезло. Вот такой обычный, простой. Просто один этот, ну как его, бедрышко. Обжарочка, лук, морковка и макарончиков. И все. Целый казан куриный, на все. Куриный суп. Угу. Все.